позвонили в пятницу и представились, что следователь из Москвы, фамилия, имя, отчество, должность и жетон нагрудный, и все на свете. И что они арестовали, задержали молодого человека, фамилию назвали, и что у него написаны мои данные паспортные, и что я ему дала доверенность на мои средства. Я этого человека не знаю. Кроме моих данных, еще мое завещание на мои денежные средства. Ну, там сумма указана большая. Уж они потом мне это сказали. Ну вот. И чтобы еще вот эту цепочку пронаблюдать и прервать ее, и уже поймать, уже чтобы вот, ну как, с поличным. Они убедили меня деньги снять и отправить, ну, перевести сначала. Потом получилось, что надо было послать их по почте. Все. Потом названивали они. Первый день они более 7 часов с телефона не отпускали меня. А потом 3-4 раза в день. И все это не рассказывайте, а то информация утечет, уплывет и помешают задержать. И много чего наговорили.